всероссийской акции «Кабинет героя» присоединилась 7-я школа. Старт был дан на торжественной линейке, где школьников поприветствовал труженик тыла Виктор Иванович Синицын. Он вспомнил, как для него началась война. Война началась, было 13 лет. Был выпускной вечер в нашей средней школе. Были все так же красочно, празднично одеты, как мы гуляли, радовались, в руках были аттестаты. И утром объявили о начале войны. И через неделю 10 класс Б вместе с директором школы ушли на фронт. В школе традиционно проходит еще одна акция «Победа деда, моя победа», в рамках которой школьники и учителя делятся историями своих близких, мужественно защищавших родину в годы войны. В нашей семье у мужа Диденко Павел Демьянович был старшиной, воевал во время Великой Отечественной войны, был призван в ряды советской армии 8 сентября, а в 1942 году был убит и захоронен в селе Плоты Смоленской области в братской могиле. Теперь на двери каждого кабинета в 7-й школе портрет героя Советского Союза и QR-код, ссылка из которого ведет к подробной биографии военного.